сметаны нет, молока не полный стакан. Да. Оно, по идее, чуть-чуть подняться будет. Если вы сделаете меньшую форму, я на лист раскатала. А вообще я обычно... Да. Он будет, вот если в такой форме, он будет шикарный. Он такой простой и очень вкусный. А сверху вы можете класть любую ягоду. Вишню. Я вообще его, знаете, с чего когда-то начала? С черники. У меня было ведро черники, и туда идет 4 стакана сверху ягод. 4 стакана. Да, вот тогда он будет вкусный. И чуть-чуть этот сахаром посыпите. И еще чуть-чуть я муки давала сверху. Но это не мука, это сахар. Когда... Да, чуть-чуть, буквально там копеечку. Марина Львовна, как называется пирог? Бабушкин пирог, да, называется. Молодец, он спасибо. У меня испокон века назывался, да. Бабушкин, никогда и не была бабушкой.